Всем привет! Меня зовут Ирина Токова, и сейчас я расскажу, как я пользуюсь email-рассылкой с официального своего сайта и как я рассылаю письма своим консультантам-потребителям. Заходим на веб-сайт, выбираем активность, бизнес-сервисы, система рассылки email. Дальше здесь выбираем, вот здесь. Много всего написано, да? Вот. Выбираем самое первое. Можно выбрать первую линию, можно выбрать персональную группу, можно выбрать директорскую группу. Да, сейчас я разошлю своей персональной группе. Выбираю персональная группа. Все. Вот здесь у меня есть все. Больше ничего нигде не указываю, да? И вот здесь пишу тему сообщения, да? Дорогие друзья, у нас классный розыгрыш, и называется у нас розыгрыш «Будь здоров». Поспешите, осталось 2 дня, сегодня и завтра, 13 февраля, последний день. Отличная возможность получить классные подарки. Подробности здесь. Подробности здесь и вот здесь. Я копирую ссылочку на наш розыгрыш и вставляю ссылочку. Подробности здесь. Также хочу напомнить о том, что сейчас действует. Действует распродажа сайта со скидками до 70%. Также можно, вот у нас есть ссылочка, копируем под подробности здесь. Также распродажа заканчивается завтра, 13 февраля, в 20:00. Поспешите. Подробности здесь. 2 ссылочки скинула. Приятных покупок и хорошего настроения. Тема, назовем тему. Осталось всего 2 дня. Осталось всего 2 дня. Поспешите. И вот здесь вложения. И выбираю картинки наши, да? Открыть, добавить, выбрать следующую, добавить, выбрать следующую, и выбираю, где картинка на розыгрыш. Загрузить. Все загружаем. Письмо, текст, фотографии, все вот есть у нас открыточки, да? Просмотр. Здесь я вижу. Вот.
письмо, название, вот картинки. И вот 582 консультантам нашей структуры будет отправлено это письмо. И нажимаю «Отправить». Загружается, так как много. Одним кликом, да, вот мы потратили сейчас буквально 5 минут для того, чтобы всех уведомить о последнем дне распродажи, о последнем дне розыгрыша, и таким образом делаем напоминание для того, чтобы человек все-таки зашел, посмотрел, да, так как мы все знаем, что на почту каждый человек не заходит, да, ну, каждый день человек не заходит, поэтому можно такие письма рассылать каждый день, и если человек даже зайдет там через 2 дня, да, то письмо, которое мы отправили сегодня, он уже не увидит, так как на почту приходит очень много разных писем, от разных подписок и так дальше, соцсетей, поэтому лучше каждый день напоминать о себе и каждый день какое-то письмо отправлять. Поэтому я вам желаю всем удачи. Сейчас дозагружается наша отправочка, да, я покажу, как это все выглядит. И вот, идет процесс отправки сообщения. Отчет будет выслан на ваш email. И все. Таким образом мы сделали вот такую вот прекрасную работу. Желаю всем удачи, пользуйтесь этой рассылочкой. Рассылочка уже возможна с уровня менеджера. И вы сможете каждого консультанта своей структуры уведомлять о всяких разных суперских предложениях. На этом мой видеоурок закончился. Всем пока, удачи!